Запеканка из кабачка, баклажана и курицы. Нарезать тонкими кольцами баклажан и кабачок. Примерно вот так. Лук измельчить произвольно. Морковь натереть на крупной терке. По желанию немного обжарить морковь и лук на антипригарной сковороде без масла. А теперь форму смазать оливковым маслом, выложить половинку кабачков и баклажана. Сверху морковь с луком и немного сыра. Затем куриное филе, предварительно нарезанное на небольшие кусочки. И снова в обратном порядке баклажан и кабачок. Помидоры колечками кладем сверху. Для заливки смешать сметану, соль, перец, специи и немного воды. Ах да, и чесночок для аромата. Сверху присыпать сыром. Накрыть фольгой и убрать в духовку. За 10 минут до готовности убрать фольгу. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!